Всем здравствуйте! Знаменитая певица Алла Пугачева неожиданно для всех вернулась в Россию 3 ноября. Пробыв на родине 2 дня, артистка вновь уехала за границу. На данный момент примадонна находится в Латвии вместе с семьей. До сих пор до конца неизвестно, чем именно занималась артистка на родине, хотя многие встретили ее радостно, вопреки скандалам вокруг знаменитости. У замка в грязи дежурили толпы поклонников, выкрикивая признание в любви звезде, а часть медийных персон даже публично обрадовалась произошедшему. Тем не менее, благоприятная встреча не побудила примадонну остаться, и она вернулась к мужу и детям. Поговаривают, что она могла приехать по 3 причинам – решение проблем с документами, запись новой песни или по вопросам завещания. Но, как выяснилось позже, Пугачева решила порадовать россиян и дать 1 концерт впервые за несколько лет. Выступать в России артистка не готова, поэтому готовится к мероприятию для российской публики в Дубае. Согласно слухам, за это ей заплатят 35 миллионов рублей. Домой знаменитость вернулась, чтобы снова собрать команду и договориться со всеми в очном формате. Также исполнительница планирует записать новый альбом. У нее накопилось много неизданного материала, который сейчас простаивает. Совсем скоро Алла Борисовна объявит всем о том, что хочет завершить работу над композициями и в следующем году выпустить первый релиз. Никакого официального подтверждения этой информации пока нет. Отметим, что сегодня Станислав Садальский объяснил, почему последний приезд Аллы Борисовны вызвал бурю негодования. По его словам, когда публика испытывает огромную любовь к артисту, то велика вероятность, что разочарование будет таким же сильным, особенно если артист своим поведением не оправдывает ожиданий. Еще Шаляпин сказал: «Никто как народ так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит», отметил Садальский, предупредив Пугачеву, что все в истории повторяется. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!